И после гонки всегда было нормально выйти и пожать друг другу руку. И сказать: красавчик, да, ты лучше меня проехал. Или да, ты хуже меня проехал, ты этот раз проиграл. И все уходили всегда довольны. И никто потом никогда не поднимался на судейку и не крыл судей хуями. И никто после этого не уезжал к себе в Санкт-Петербург и не делал, блядь, дерна видео, в котором, блядь, выставлял одних участников хуже, чем другие. Да схуяли! Потому что любое судейское решение всегда и любое событие на трассе можно интерпретировать в обе стороны. Представляете? Всегда это работает. И всегда можно, в зависимости от идеологии, которая лежит в основе любого решения, в зависимости от идеологии, оно может быть выставлено в эту сторону и в эту. Так почему мы берем на себя ответственность, мы берем на себя и считаем, что наше мнение в моменте выше, чем мнение судьи, или выше, чем мнение другого участника инцидента, с которым произошел? Этого нет и не будет никогда. И на Красном кольце мы это развивать не будем. И тех, кто будет это делать, мы будем наказывать. Или исключать из чемпионата. Вот такая история. Вот ты вам говно. Хотя в целом, на самом деле, вот это все, что произошло, мы это все наблюдали со стороны, и много прилетело даже нам. Писали почту Красного кольца, очень неприятный инцидент, который произошел, и он именно с человеческой точки зрения приятно. Мы действительно, прежде всего, собираемся здесь получить удовольствие, а не выяснить, кто круче в рамках именно гонки, а не в рамках какой-то медийного поля или там позиции силы. Поэтому, ну, то, что произошло, это просто неприемлемо, и то, что мы сейчас читаем и получаем, портит весь российский кризис. Никогда этого не было, никогда не было и не будет. Вот помните, даже в тот момент, когда Масата Кавабата, уважаемый, в силовом контакте вогнал Гочу в бетон, и Гоча не снял видео, что какой же вот плохой Масата, я тут приехал, у меня тут нету техподдержки, чего с собой, и я тут не знаю, что делать, и меня тут в бетон загнали. Нет. Ну, конечно, да, ни на кого не насадить хотел, ни чуванку там и так далее, ну, серьезно как бы. Просто даже да, рабочий инцидент, да, Кавабата старался быть близко, но чуть-чуть переработал, мы сейчас стараемся тачку собрать. Вот так это было, и по-другому никак это не оценим. Поэтому все, что вы говорите, все, что вы делаете, на вас лежит огромная ответственность, и если это будет переходить, мы действительно будем отгорать. Реально были разговоры о том, чтобы просто не допустить. Вспомните действительно, как это происходит с командами, фанаты которых начинают заниматься беспределом в городе. Команды просто получают за это штраф, не допускают игры, играют без болельщиков, ну, придется тоже какие-то факты. Что, в Красноярске что-то сломали? Что? Кого-то избили? Вот, что-то сломали? Могут. Угрожали. Есть, угрожали? Угрожали, да. Чего сердце, да, Никита Кислова? Да. Может даже всех выступить, кому угрожали, да. Поэтому мы этого на самом деле не хотим, это все для удовольствия и... Как школьник. Да, как школьники себя вести не будем. Точно? Не, ну мы вот это делали вообще... Это всех касается, да, касается того же Лосева. Я готов, да. Без квалов. Пишите! Готов, так готов. Можем ли мы препятствовать Евгению Осипову? Человек, я так ждал, когда ты приедешь. Я побуду в человеке. Подожди, не перебываемся. Человек, который из-за которого Лось получит дисквал, просто об этом не узнает, потому что, скорее всего, конец. Поэтому так вот. Подвели, как говорится, точку над «и» поставили. Давайте мыслить позитивно. Всегда думайте о том, что ваше мнение может быть ошибочным. Вот и все. Оно на эмоциях, и Добровольского тоже никто не слушает. Потому что, ну что вот он там, Добровольский, в дрифте. То есть понятно, что у него большой автоспортивный опыт. Но он же многим говорит: ребята, не принимайте эмоциональных решений после гонки. Не качайте, подумайте, успокойтесь. На следующий день вам эта проблема не покажется проблемой. Серег, иди сюда. Да, это... Иди сюда. Да, это контент, вы не врубаетесь. Да вы реально... Чего вы гоните-то на ровном месте? Лучше бы рассказывали, как по трассе ехать. У меня ничего происходит. Блин, я все время записываю видосы по любому поводу. Серега мне как сказал? Ты не обижайся, но это моя работа.
Это... Серега, я тебе угадаю, что ты не бежать, это была наша тоже работа. Серег, ты понял, о чем мы говорили? Мы говорили про ответственность и про позиционирование. Что если ты можешь это запозиционировать, как бы оставшись в стране, ну так, что все это расценят как раскачку, то это не очень хорошо. Поэтому нам хотелось бы, чтобы вы вот сейчас друг другу пожали руки ранее. Да я на Саню как бы не обижаю, не надо. Ты готов пожать руку, Серега, и замять эту историю? Да я скажу так, я вот за такой дрим, что делал в стилах в данный момент, сразу с первого заезда бы выкинул бы топ-16 и так же делать там ехать. Во-вторых, когда был контакт, ты просто руль выровнял и нажал газ. Да нет, Жень, делать. Жень, речь давайте, не об этом. Что вы начинаете? Не... Давайте брифинг. Давайте не будем вас раскачивать. Что вы раскачиваете в натуре? Ты-то что орешь? А что ору? Я сейчас не стал вообще прилететь, пишут. Причем? Значит, у нас сейчас один момент. Мы не будем эту ситуацию обсуждать. Раз уж ты Серегу вызвал, вот на это. Сделайте и иди обратно в паршу. Давай только один. Что, Google поставьте. Один момент. Если вещи могут восприниматься по-разному, то так и нужно говорить. Я это воспринял так. Да? Я тебе позвонил, объяснил ситуацию. Как я это сказал студенту и так далее. Ты же интерпретировал это по-своему и, как бы, понимаешь, подал это как правду. И за что какие-то непонятные люди вмешиваются в мое пространство. Я не виноват. Все, потом обсудить. Все, руку пожми и все. Давайте, ребята, просто да. Я никому не имею претензий, ни к судьям. Я такого обсирал, никого не сказал. Все, Серега, у меня много претензий. Я теперь понял, что тут нельзя ни об чем говорить. Не то, что ты неправильно понял. Неправильно, ты понял. Давай. Можно говорить. День бывает, ночь бывает. Надо думать, о чем назад. Это тебе сейчас большая ответственность. Нет, не подумал. А что я должен бы сказать? Ты должен бы сказать, что, возможно, могло бы быть и по-другому. Я тебе это объясню, значит, потом иначе раз на тебя не дошло. Хорошо. Хорошо? Все, давай. Обсудили важный момент, который имел большой общественный резонанс. Он не был понят участников этого раскачивания. Тот, кто раскачал, ну что, не был понят, так не был. Видимо, не сразу. Значит, по заданию. У вас есть теперь гора. Вам она нравится? Отлично. Мне тоже. Кажется, что еще мало, но, видимо, дальше там уже непонятно, что ты делаешь. Дальше с аэропорта только разгоняться. Но! Вчерашние тренировки показали, что горой все пользуются не до конца правильно. Почему? Потому что вы себе создали вот в этом месте перед светофором какую-то вонючую зону комфорта. А выглядит она, знаете как? Почему-то флип теперь воспринимается как место для того, чтобы создать себе комфорт и притормозить. Да с чего бы? Флип, он создан для того, чтобы дать резкости вращения автомобилю. Подъезжает участник, разгоняется пятая в звон. Есть у нас машинка? Да, пятая в звон здесь. Здесь отпускается газ. Машина вот так вращается, скользит, тормозит при этом. Потом добавляется газ, и типа это происходит флип, и она вращается дальше и делается постановка. Это не так работает совершенно. Это не флип. Это называется, вы уже сюда поставились, а потом сделали перекладку. Флип – это когда вы на пятой звон, здесь делаете небольшой занос, а в этот момент газ у вас нажат дальше. А сюда, когда вы подъезжаете перед постановкой, вы еще и клача делаете для того, чтобы машину резче завращать туда. Вот так это работает, и никак по-другому. Когда у вас здесь мотор готов шатунами разлететься вот в этот момент, и машина аж подпрыгивает в постановку. Вот это да, это постановка по-сибирски. Так оно всегда работало. С мороза я подтормозил, да. Мне удобно, я здесь разогнался 93, на 85, наверное, мне здесь комфортно доехать. Ни хрена. Так вот, кто будет так делать, вот этот флипец, минус сразу, даже вот не нужен нам никакой радар для того, чтобы это увидеть. Слух и глаза, вот инструменты сути. Нам этого достаточно. Поэтому разгон максимальный, сколько есть, здесь еще добавляете и бросаете туда машину. Вот так. Прямолинейно должна она заскользить, начиная от светофора. Ну, здесь она еще может, понятно, повращаться. Вот таким образом она скользит прямолинейно. Если машина у вас двигается вот по такой траектории отсюда и сразу же может заехать вот сюда, значит, у вас в этом моменте недостаточно скорости.
Все. Если оно может, сразу же толкаться в путь. Вот таким прямолинейным образом. А здесь даже никакого инструмента не нужно использовать. Она здесь сама углом затормозит и заедет вот сюда. Здесь вот чуть-чуть вот так. Надо сразу все уточнить. Это же Беркут. Далее. Метр отсюда. Огонь. Быстро. Нет. Почти на апекс. Только не вот таким образом. А через вот так. Машина туда заскользит 90 градусов, заехает. Она сама затолкается туда. Дальше. Так как вы вот это место уже тоже едете в разгон, здесь у всех газ. Здесь еще одна зона торможения, короткая. Перекладка через тормоз. Перекладку сделали. Сюда заехали. Здесь полметра вот от внешнего бруска. От внешнего бруска. То есть максимально близко сюда. От снега. От снега. Максимально близко сюда. Очень комфортное место будет для второго здесь. Первый тормозит по широкой траектории, вы в него встали, вместе начали открываться. Здесь стоит конус. Метр от него мордой. Да, здесь через серединку и метр от того конуса, который стоит вот здесь, вот там сейчас. Вот он, вот он. На широкую здесь стоит конус 1.5 метра мордой. Теперь самое главное изменение. Вот здесь. Мы не едем сразу вот сюда. Для чего это нужно? А все заезды на Красном кольце похожи друг на друга. Нам это надоело. Абсолютно. То есть здесь, кроме постановки, реально нечего обсудить. Все едут под копирку, мы потом уже часто... Что вы отворачиваетесь, не судите заезд? Нехрен. Что вы уснули? Да, нехрен. Поэтому добавляется новый элемент. Выглядит он таким образом. Здесь нарисуем красную зону. Нет, слушай, ну не красную, ну типа это неправильная траектория. Такая же, как и здесь, это ошибочная траектория. Она тоже не совсем такая, знаешь, она все-таки вот здесь проходит. Ну, что не надо это сразу быстро вы опираться. Здесь, сильно вы нарисовали ее полосу. Ты именно что такое? Основную красную полосу. Она вот таким образом пойдет. Вот так. Так вот. Сразу сюда не подъезжаем, как всегда раньше ездили. Сразу же сюда жопой подъехали, едем. В этой части трассы машина уже запихивается внутрь. Она вот сюда уже сама едет. Так вот она едет, так устроена она. Мы сейчас не приезжаем сразу сюда, но здесь стоит три конуса. Нет. Так вот, едем. Перекладка в газ, в средний угол. А сюда машину газом. Пол нажимаем. Руль чуть-чуть от стороны заноса убираем. Она делает вращение в максимальный угол. И вот сюда наружу заскальзывает. Отловили. Заехали. И за счет угла и газа она здесь тормозит. То есть именно прямо вот здесь вот такая перекладка через стремление происходит. Мы вчера очень много ездили, специально пробовали ее, отрабатывали. Она происходит. Ее сложно сделать. Это реально не каждый раз получается. Но в этом и прикол, потому что действительно здесь уже у вас столько в каждой, столько вы здесь есть. Тормозом можно уже... Перекладка идет через стремление. То есть она идет через такую середину, но ближе к смещению клево, но не сразу, не на брус, через стремление такое. То есть не сразу же, потому что иначе вовнутрь затягивает. Те, кто перекладывает стремление в угол, естественно, они не доезжают. Здесь нужно сделать через стремление перекладку. И вот здесь нужно нажимать просто газ, и она доугливает, то есть практически ловит такой лок, и вот здесь вот углом тормозит и не вываливается наружу. То есть мы вчера это много раз сделали, проверили, попробовали. Позже это делать. Она такая просто через стремление идет. То есть не резко. Не развернули резко машину. Потому что да, она быстро сразу пихает. Короче, а именно через стремление. Да. Потом наоборот 90 градусов. Но это не должно быть, чтобы здесь зависли. Вот, Максим, больше 90. Даже больше? Отлично.
Вот Максим Сидык спрашивает, можно ли пользоваться тормозом? Можно. Но это не должно быть так, что ты осадил, а потом выгреб. Это должно быть часть процесса, единой частью всего процесса. То есть туда угла завалил, толкался. Это должно выглядеть очень красиво, очень профессионально и очень натурально и естественно. Можно туда машину бросить, нажать тормоз в пол, она всеми четырьмя колесами заскользит, затормозит до того момента, когда сможет выкатиться и оттолкается. Но это ошибка. Это должно выглядеть очень естественно. Лучше всего, когда... А почистили там снег? Там снег маленький. Да, и там и почистили, и залили. Там идеально сейчас. Там супер шишечки с бенки. А дальше что-то можно... Какая разница, что дальше? Там уже нечего дальше делать. Как обычно, заезжаем внутрь, здесь чуть-чуть протягиваем, здесь полтора метра. Все. Финишируем. Что-то по скорости попало. Скорость максимально высокая. Да. Баллы даете за скорость? Даем. Стоп. Будет. Даже покрепче. Вперед! Скорость постановки. Максимально! Если здесь вы разгоняетесь, мы слышим звон, и здесь машина правильно двигается, это быстрый вход. Даже скорость нам не надо знать, сколько вылазит. Чем выше, тем лучше. 100 сделаете, будет классно. А если вы хлопки? Если выхлоп тихий, дед, пили трубу свою. Кто? Блядь, какого хрена ты приехал на дрифт с тихим выхлопом? Ты же знаешь, что, блядь, за шоу всегда насыпают. За точность никто не дает. Не, я не знаю, от кого дотрасту. Но там больше ему должен остаться, конечно. Точнее, балл. Это не Костя Авшаров, да. Но там можно с минусом финишировать. Из общей таблицы отнимают. Поэтому, у соседа. Поэтому, вот вам задание, все очень просто. Чем круче вы проедете, круче, именно круче, и профессиональнее, тем выше балл вы получите. Вот и все. Сколько участников у нас? 80. Предварительно 80. Что ты дух-то хую почему что есть? Я не знаю. А как ты думаешь? А кто расклад дает? Авшаров знает. Дай расклад. Что именно? Ну вот, карусель, запрос. Группа сейчас все тренировки, кого куда готовить. Группа тренировки всегда у нас от организаторов были. Едем, наверное, все вместе. По квалификации у нас вместе. Куда мы 80 человек сейчас встанем? Нереально. По 20 человек делите. Ребят, 4 группы. Давайте по 20 человек и получится 2 попытки. То есть мы не по времени. По 2 круга и все. По 20 человек. Как закончим, я там ездил, так и едем. Сначала топы. Короче, значит, изменений нет. Сначала едут топы, как у нас по чемпионату. По финальной таблице. 3 попытки, каруселью. Изменений нет. Одна прогрев, 2 прогревы. Прогрев с ходом. Ходом? Ходом, конечно. А прогрев ходом? Да. А откуда он? Оттуда же? Нет. Первый скатанул полиционную. Я просто не знаю, я хочу у вас сейчас спросить. Да. А вот это, когда вы отсюда выезжаете, вот это считается прогревом или нет? А мы зачем отсюда у нас? Оттуда? По коплейну же будем. Они выехали, вот здесь уезжают. Выехали, поехали, что грем проехали. Да, ребят, 3 попытки в зачет. Потому что вот сейчас на Сочи Дрифт Челлендж мы сделали 3 попытки в зачет. И выкладка пилотов сильно круче стала. У тебя есть право на ошибку. В 2 попытках его реально нет. То есть это только это мнимое право на ошибку. Вот. 3 попытки, у тебя реально есть шанс попробовать. Все. Да, поэтому едем 3 попытки. Да, и давайте, конечно, цель проходной балл был сегодня 97. Всем удачи! Кто первый, тот и поедет. Я в конце поеду. Ну так долго не поедет. Мася! А Мася? Че надо? Давай нарисуем.